Этот дом с женой всю жизнь строили. Осветить нужно домишку. Сами понимаете, дело всей нашей жизни. Детей нам Бог не дал. Стойте! Стойте! Человека избивают! Стойте! Прекратите! Прекратите! Валим отсюда! Живой или как? Живой, живой. Надо его в больницу. Это не вопрос. Нет, вы не обижайтесь, я в драки не лезу. По принципу соображения. Ну что, страшно? Я все понимаю. Стойте, стойте. Отнесите. Ну что, Зайцева, дашь домашку по математике списать? Нет, Кита. Ответ неправильный. Блин, да что она в них видит-то? Мария Семеновна Корнилов украл мой пенал. Так, очки ей отдали и портфель. Быстро. О, Петька, тебе ведь тоже тройка по математике. Пятерку хочешь? Ну-ка, дай-ка мне. Лови подарок. Да, у меня тройка. Но это моя тройка. А тебе за пятеркой надо к Марии Семеновне на дополнительную. Нет, вы посмотрите, какой умник. Может, как она, ябедничать пойдешь. Ну что, Попович, классный побежишь или у папки под юбкой спрячешься? Давай, бей его, давай, бей, 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 давай, бей, 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 давай, давай, бей, давай, давай. Даже не спрашивай, Ваня. Разнимал драку на Владимирском шоссе. Значит, у вас тоже? Да нет, что ты. Просто под руку попался, случайный удар. Вот. Ему досталось сильно. А вы простите? Здравствуйте, лейтенант Шерман. Как его состояние? Ну, состояние тяжелое. Сюда пока не приходил. Несколько переломов, сильное сотрясение мозга. Повезло, что батюшка за него вступился. При нем что-нибудь нашли? Вот сумка была. Наркотики. Доктор, я прошу вас об этом не распространяться, это тайна следствия. Mm-hmm. Понимаю. Ну, я, пожалуй, пойду, если больше вам не нужно. Идите, да, и обязательно сообщите, когда он придет в себя. Угу. Вы опознать нападавших сможете по фотографиям? Постараюсь, Ваня. Нет, ты мне скажи, Петр, будет ли взрослый, умный человек так себя вести? Ты же сын священника. Как тебе не стыдно в драке лезть, а потом с синяком под глазом ходить? Я не знаю, что ты отцу скажешь. Умочь. Ого. За дело хоть пострадал? Там парни из класса девчонку одну обижали. За что? Ну, она им списывать не дает. Вот они и решили ее проучить. Угу. Понятно, понятно. Они ее постоянно задирают. Ну, больно умная, типа. Но им же, дуракам, не нравится, когда кто-то знает больше, чем они. А тебе, значит, нравится, да? Да не в том дело, что нравится.
Несправедливо это. Ну, трое на одного. Ну, на одну. Ну, короче, я сказать хотел, что ну, девочек нельзя обижать. Значит, молодец, что вступился. Хотел сказать, драку и прав не будешь. А слова могут ранить намного сильнее, чем кулаки. Нет, нет. Извини, Вань, моих тут нет. Да как же это все не вовремя? Шеф на учениях, я за главного, а тут такое. Да не переживай ты так. Никого же не убили. Кстати, как там этот парень, Кориков? Его перевели в больницу МВД. Что? Наркодилера в ведомственную больницу? Да никакой он не наркодилер. Он сотрудник ФСКН. А что это? Служба по контролю за наркотиками. Он агент, работал под прикрытием. Амфетамин это наш. Мы ему выдали. У нас в сейфе хранился. И операция провалилась. Да это не просто операция. Это крупнейшая за несколько лет операция. Ее из самой Москвы курируют. Куриков целый год в банде. Почему вдруг его разоблачили? Подозреваешь кого-то из своих? Только подумать об этом тошно. Подожди. Кто из отделения знал про операцию? Я, Скиба и Некрасов. Только что машину угнали явно из нашей серии. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты на допрос поедешь? Да, сейчас. Ну, хорошо. Я тогда на улице подожду. Давай. Вот видите, я просто разрываюсь. Бондарев вышел на подпольную автомастерскую, где разбирают краденые тачки на детали. Готовим операцию. Да, Ваня. Нелегко вам сейчас. Привет. Привет. Помочь? Да я уже, в принципе, все сделал. На один пример не сходится. Не пойму, почему. А, ну вот же, привел дроби к одному знаменателю. А числитель неправильно сложил. Давай. Так и думал. Слушай, где твои эти? Что? Очки. А, родители упросила. Они мне линзы заказали. Тебе так хорошо. Да? Угу. Где ж ты такую машину-то взял, Вань? У соседа одолжил. Надеюсь, Некрасов не лихачит, иначе эта машина на первом повороте развалится. Думаю, ты ее недооцениваешь. Интересно, а куда это он? Говорил, что домой поедет. Повернул в другую сторону. Да блин, куда же он делся? Спокойно, Вань. Гляди.
Салон красоты? Батюшка, а вы не могли бы сходить? В смысле? Ну, мне нельзя светиться в целях конспирации. Вань. Пожалуйста. Здравствуйте. Добро пожаловать в салон красоты «Нимфа». Могу я чем-то вам помочь? У нас есть программа для мужчин, обертывание, маникюр, педикюр, массаж. Ну, конечно же, стрижки. Да, стрижка. К сожалению, у нас на сегодня все мастера заняты, но я могу вас записать. Знаете, я бы хотел стрижку, как у моего друга. Он все время у вас стрижется. А как зовут вашего друга? Мы помним всех наших клиентов. Николай. Высокий, полицейский. Вот машина его стоит. А, да, только это не наш клиент. Он просто паркует возле нашего салона машину. Да? Часто? Каждый день. Ну что ж, спасибо. До свидания. Слушай, прикинь, что ты за последний год 10 килограмм набрал. Вроде особо-то такого ничего не ем. Все, стресс. Работа нервная. Да работа нервная у меня с 20 лет. Нет, Ваня, ты у меня жена нервная. Год уже мне не дает развода. Ну, наверное, любит. Да какой любит? Вредничает. Ребят, к вам можно? Конечно, садись, Шутов. Кстати, кто-нибудь из вас вчера вечером смотрел матч «Спартак-Динамо»? Я пропустил. Меня после работы мама на пять в ломбарде припахала, вот. Я тоже не видел. Сейчас каждый вечер хожу в спортивный зал. Форму восстанавливаю. Да, зал — это здорово. А где находится? На Покровской. Правда, там народ дофига. Думаю, может, сегодня пораньше пойти? Ну да. Качалка — это класс. Ладно, ребят, побегу я. Ты жуй, жуй. Уберешь потом все, да? Ага. Да врет он все, батюшка, и не краснеет. Покровка вообще в другой части города находится. Едет. Это же Левина. Ну да, как раз муж Левина и промышлял наркотиками. Черт! Ты, Вань, ты за языком-то следи. Простите, батюшка, это я от шока. Левина,
Жена наркодилера. Вдова. Он умер во время следствия. Прямо в камере. А знаете, кто его посадил? Кто? Некрасов и посадил. Возможно, Левин нашей крысе дорогу прибежал, вот он его и убрал. Да, складно. Только Левина одна из самых искренних моих прихожан. Знаешь что, Ваня? Да. Завтра я буду служить литургию. Левина точно придет. Поговорите с ней, пожалуйста. Да, я попробую. Всякий свершенный человеком грех – это предательство. Предательство нашей человеческой природы, сотворенной по образу Божьему, а значит, предательство самого Бога. Только Бог способен возродить нас. И оружие для такого возрождения в наших руках. И оружие это – покаяние. Аминь. День рождения? Так здорово. Это нет. День рождения для нас несущественный праздник. А вот именины, День Небесного Покровителя, это самый главный личный праздник. Не вливай я стала, батюшка. Вот с соседкой поссорилась. Та попросила клен срубить. От моего клена ей тень на окна падает. А мне жалко стало. В общем, поссорились мы теперь даже не здороваемся. Все ли ты мне рассказываешь, Катерина? Я же вижу, на сердце у тебя другой груз. Тайный. Помнишь ли ты своего мужа? Вы правы, батюшка. Грешница я, предательница. Но я все исправлю. Я обещаю вам. Я все исправлю. Что случилось? А я вон на рынок сходил после службы. Ну и продукты купил кое-какие. Ну чтоб тебе тяжелого не таскать. Тебя не нужно. Тебя самого не нужно. Возвращайся к жене. Иди отсюда! Что с тобой? Я с ней уже год не живу. Она мне не жена. Все, я не могу больше!
Это ты моего Сашу посадил. Из-за тебя он умер! Да он от инфаркта умер! Я-то тут при чем? А я... Я с убийцей мужа сплю. Кать, послушай меня. Твой муж, он был преступник. Наркотиками торговал. Слава богу, что мы его поймали. А так бы он очень много бед мог наделать. Только лучше бы его не ты поймал. Если бы его поймал кто-нибудь другой, мы бы с тобой не встретились. Ты можешь это понять, глупенько? Уходи, Коля. Уходи, говорю, уходи! Я люблю тебя! Дура. Иван? Ты что здесь делаешь? У тебя с Левиной роман, что ли? Это мое личное дело, понял? Ё-моё, а! Я уже про тебя такое думал. Что ты думал? Неважно. Ой. Ты что с ней в открытую не встречаешься? Ты с ума сошел, что ли? Если моя бывшая узнает, она никогда развода мне не даст. Вань, ты только никому не говори. Хорошо? Блин, столько времени на тебя угробил. Да. Остаешься здесь. Будешь караулить, понял? Да, понял. Мне так стыдно, что я с исповеди сбежала. Понимаете, батюшка, полюбила я человека. Когда я с ним, меня вроде совесть мучает. Вроде память покойного мужа предаю. А без него мне уже и жизни нет. Ну, Катерина, это только священнику положено вечное вдовство и одна на всю жизнь супруга. А простые христиане имеют право на слабость. Вы правда так думаете? Я думаю, замуж тебе за него выйти надо.
Если любишь, так и живите в браке. Ну так, я бы рада, только вот. Ему жена развода не дает. Ну, ее тоже можно понять. Обиженная она. Прости. Как его зовут? Николай Некрасов. Хочешь, я поговорю с его супругой? Правда, батюшка? Да. Поговорите. Да. Спасибо вам. У меня уже паранойя начинается, батюшка. Иду по отделению, смотрю на всех. И Бог знает, что думаю про каждого. А ведь так нельзя. Они все мои товарищи. Вон, Бондарев вчера опасного преступника задержал без бронежилета. Жизнь рисковал человек. И кто у тебя теперь в подозреваемых? Да в том-то и дело, что нет у меня подозреваемых. Некрасов ни при чем. Скиба, он... Вне подозрений. Ну да. Он для меня, как для вас, владыка. Остаешься ты, Ваня. Да что вы, батюшка, я не крыса. Ладно, я пошутил. Скажи-ка, это твой Некрасов? У него отдельный кабинет? Нет. Он вместе с Шутовым сидит. Шах тебе, Ваня. И мат. Ну вот, как всегда. Понимаешь, когда сидишь рядом с человеком по 8 часов в сутки, можно многое услышать. То есть вы хотите сказать, что он мог что-то услышать от Некрасова и догадаться про операцию? За ниточку потянуть можно. Девчонки, вас подвезти, нам по дороге. А вы разве знаете, куда нам? А мне всегда по пути с такими красавицами. Привет, девчонки! Привет! Ну что, прокатимся с ветерком? Сволочь! Спасибо, мальчики. Да не за что. Ну что, даже номер телефончика не попросите? Да нет, наверное. Давайте мы вам лучше свой оставим. Давайте. 02. Идиоты. До свидания. Ты где такую тачку взял? Вань. Твоей зарплаты на такую машину не хватит. Ты ради этого, значит, своих товарищей предал? Даже предал? Я никого не предавал, говорил же маме. А? При чем тут мать твоя? Вот предупреждал же ее, что люди обо мне черт знает что подумают. Она хочу внуков. Ну, слушай, Шутов, я что-то не вижу связи. Мне, Вань, с девушкой познакомиться, ну, как харакири сделать, понимаешь? Ну и? Вот мама купила мне эту машину, мол, девчонки ведутся на парней в дорогих тачках, понимаешь? Слушай, бред какой-то, а?
Вези-ка меня к своей матери. Гришка, сволочь, ты где шлялся? У меня мигрень, давление. Мама. Ну что, мама, что, мама? Мама помрет, сынок только перекрестится. Мама, я не один. Здрасте. Господи, прости. Ты кого ко мне привел, а? Я тебе машину для того купила, чтобы ты своих оборванцев полицейских подвозил, а? Всего доброго. Привет. Уля, ты чего? Предатель, мерзкий бабник. Подожди. Ты меня ни с кем не перепутала? Да я сама видела, как ты сегодня девиц по городу катала. А недавно заодно аж от церкви бежал, глаз не сводил. Ульяна, послушай, это все в интересах следствия. Да знаю я твое следствие, ты в ряды не забирайся. Да подожди, дай я тебе все объясню. Давай. Не могу тебе рассказать. Это дело высокой секретности. Ты знаешь что? Ты даже соврать нормально не можешь. Ты? Катя. Я тебе все сказала. Подожди. Я тебе все сказала. Подожди ты, послушай меня. Послушай. Она согласилась. Что? Она согласилась дать мне развод. Выходи за меня. Давай повенчаемся, Коля. Это кошмар. Слушать музыку и сразу же записывать ее в ноты. Вот так мой старший сын узнал, что такое сольфеджио. Я обогащенная новыми знаниями, сейчас пойдет доделать уроки. А мне сегодня, кроме литры, ничего не задали. Везет. Ладно, пошли. Пошли. Давай-ка, матушка, тебе помогу. Садись. Что-то ты уставшая сегодня? Я налью чая. Спасибо. А что там Оля? Чем она еще занимается? Рисованием и английским. Рисование. Ну, жди. Скоро твой сын будет об абстрактном импрессионизме рассуждать. По-английски. По-английски. Да. Мотя, чай соленый. Что? Сахар с солью перепутал. Да, прости. Ну, конечно. Отец Матвей, вы опять правы. В пакете был амфетамин. До проведения операции он хранился в сейфе. Но экспертиза показала, что здесь гидрокарбонат натрия. Или другими словами, пищевая сода. Выходит, пакет подменили, и Кориков поехал на встречу с наркодилерами с пищевой содой? Получается так. Никто его не сдавал, просто... Они решили, что он хочет кинуть их на деньги и впарить вместо наркотика обычную соду. Да. Теперь тебе не крысу надо искать, а вора. И опять-таки в родном отделении. Скажи.
Молодец, собачка, отличная работа. Спасибо, вы нам очень помогли. Батюшка, вы оказались правы, мы нашли наркотики. Поздравляю, и где же? Были спрятаны в мужском туалете за бачком унитаза. Надо немедленно положить их обратно. Зачем? У рыбки, Ваня, должна быть приманка. Матушка, а батюшка горчичку-то любит? Еще как. Людмил, подай, пожалуйста, морковку, будь добра. А я своему приготовила селедку под шубой, а сама уехала в Липецк к родственникам. Так представляете, он достал салатник из холодильника и поставил в печку греть. Оль, а ты чего такая смурная? С Ваней, что ли, поссорилась? Поссорилась. Он не изменяет. Ваня наш? Да не может быть. Да вот, может быть. Ты огород-то не городи. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Проверяй, но доверяй. Берем. Ну, кто бы мог подумать, а? Как ты мог? Ты... крыса. Вань, прости. Я ведь на время взял. Сегодня хотел вернуть. Правда. Да ты понимаешь, что из-за тебя чуть человек не погиб? Наш товарищ! Из-за меня? Нет, это какая-то ошибка. Молчать! Ты сорвал крупнейшую операцию ФСКН! Вань, позволь ему все рассказать. Мне кажется, когда Вячеслав брал наркотики, ему казалось, что он действует во благо. Да вы что, сговорились, что ли? Ваня. Давай, рассказывай. Где-то полгода назад я познакомился с одним кузовщиком на дискотеке. Ну, слово за слово. И он мне рассказал, что может найти мне дверь, хорошую дверь на мою машину. Ты что несешь? Какое отношение дверь имеет к наркотикам? Парень любил оторваться. В клубе всегда был под кайфом. Вот я и подумал. Дам я ему пару доз, и это развяжет ему язык. Откуда ты узнал, что у нас в сейфе есть наркотики? Шеф как раз вот в это время доверил мне сделать инвентаризацию. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что ради нескольких доз ты украл килограмм амфетамина? Ты понимаешь, ну не мог я каждый раз лезть в сейф. Вот и взял весь пакет. Может быть, я поступил плохо, но благодаря этому кузовщику мы ликвидировали самую большую нелегальную автомастерскую в районе. И наркотики я бы обязательно вернул. Ну? А что, вы мне не верите? Пиши заявление об уходе. Батюшка, спасибо вам огромное. Ну, сами знаете, без вас бы я не разобрался. Да перестань, Ваня, отлично бы разобрался. Добрый день. Ну, и чем на этот раз нам помог Матвей Петрович? Здравствуйте, Олег Павлович. Обычный пример христианской взаимопомощи. Вы простите, мне надо идти. Ну, как там у вас, шеф, на учениях-то? Ты мне зубы не заговаривай. А какая еще взаимопомощь? Что он тут делает? А хотите, вам чайку приготовлю, ладно? Ага. Ну, а ну-ка быстро мне дела на стол. Быстро!
Спасибо, вот сюрприз. А что же вы сами, не ели, не пили? Ну-ка, к столу. Столу. Матушка. Когда ты все наготовить-то успела? Да раз я сама справилась, всем миром готовились к твоим именинам. Так, друзья, у меня есть тост. Я хочу выпить за удивительного человека, удивительного священника, друга, доброго, сердечного. Таких больше нет. За отца Матвея. За батюшку. За батюшку. Поздравляем. 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 Ульяна. Можно тебя на минуту? Ой, батюшка, вы холодец, холодец, попробуйте сама. Спасибо, сейчас все попробую. И ешь побольше. Яичко с хреном. Спасибо, спасибо большое. Что тебе положить? Да, спасибо. Я, ну, потом с хреном, да. Спасибо. Вот, бесенок. Селёдочки, на ходу. Хорошо. Не, одну. А холодец-то удался. А холодец-то сегодня какой? Ой, спасибо. Ой. Холодечко возьмем. О, холодец-то хорошо. Это холодечек. Рекомендую. Рекомендую. А теперь подарок. Прошу всех во двор. Вот, сюрприз, сюрприз. Какой сюрприз? Сейчас увидишь. Ты что, молодежь, иди. Антон, давай. Раз, два, три. Опа! Батюшка, от всего нашего прихода кто чем мог, кто деньгами, кто золотыми руками. Всем миром собирали, чтоб зимой это не на велике трястись, а с комфортом. Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Царский подарок, действительно. Не знаю, чем заслужил. Спасибо. Поздравляю.